Привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Да, наконец-то опять новое видео. Надеюсь, вы его также ждали. И сегодня будет видео, в котором я буду читать все ваши комментарии под моими видео. Будет такой небольшой обзор и мое мнение на все эти комментарии. Итак, поехали. Мое первое видео было о 25 фактов обо мне. И оно было самым просматриваемым, в принципе, как и сейчас. И на нем у меня 25 лайков и 14 дизлайков на момент съемки этого видео, а также 29 комментариев. Это рекорд. Первый комментарий. Этот человек пишет мне уже неоднократно такие комментарии. В конце видео я вам прочитаю еще один от этого человека. И он звучит так. Никому не интересны факты о тебе. Ты никто. Ребята, пожалуйста, не пишите таких комментариев. Меня это, в принципе, никак не задевает. Да, конечно, обидно, но если мне какой-то человек написал, что никому не интересно, ты никому не нужна, какая мне разница? Я нужна своим друзьям, своим близким, я нужна сама себе. Как бы это странно ни звучало, возможно, я нужна вам. Я, конечно, не знаю, но, скорее всего, если мне кто-то написал, это не означает, что я из-за одного комментария, конечно, не один, буду что-то менять. Следующий комментарий был от моей одноклассницы. Она из первых узнала, что у меня есть канал, наверное, даже первая, и она написала: «Ого, я не знала про 17-й факт». Кто не знает, 17-й факт – это та история, в которой я рассказывала, как я пришла в школу без портфеля. Хотите увидеть и послушать эту историю, посмотрите. Дарья, классно получается, лайк. Мне было безумно приятно, что это мое первое видео, качество ужасное, звук ужасный, монтаж, ну, на нуле, так сказать. И уже, типа, кому-то это нравится, мне было безумно приятно. Следующий комментарий убил просто. Сама обрезаю звуковую дорожку, прям как я, то есть через... Ну, поняли. Я МСС видео, я только учусь, первый раз монтировала. В этом нет ничего такого, и, ну, это, в принципе, нормально. Следующий комментарий, палец вверх, тоже было безумно приятно. Спасибо вам большое. Комментарий от StarGirl. Здесь написано «Дедилка». Либо она не хотела писать слово правильно, либо она хотела меня оскорбить, и у нее это даже не вышло. Ну, впрочем, ничего. Следующий комментарий от Софи Слайм. Читаю. Тебе не 13, а 10. И почему ты знаешь, какие предметы? Все просто. Твоя старшая сестра переходит в 7 класс. Да. Да, ребята. Я в 3 классе, да. Я изучаю физику, геометрию, алгебру в 3 классе, да. Удачи. Вы видите, что я ответила, естественно. Конечно, да, да. Через некоторое время, если бы точнее 3 недели назад, ей ответила девочка из моей школы. Я ее знаю, она учится в моей школе, и она в 7 классе, а ее сестра уже закончила 11 класс. П.С. Лейсан, я сегодня сзади тебя стояла на гимне. Мне было безумно приятно, потому что и в первом комментарии она тоже как бы за меня заступилась. Вот вы видите это. Я забыла вам это сказать. И я очень хочу узнать, кто ты, потому что я вроде бы догадываюсь, но еще до конца не знаю. Поэтому, если ты смотришь это видео, то напиши, как тебя зовут. Комментарии от моей одноклассницы, от Эльвины. Она написала, я помню 17-й факт. Опять же, это то же самое. Это тот же факт про портфель. То есть, именно она мне сказала, где твой портфель. Мы встретились с ней около дверей школы. Она такая, типа, повернись-ка, а где твой портфель? И я такая, молодец, Лейсан. Этот комментарий от моей лучшей подруги мне было безумно приятно. Я уверена, что у тебя все получится, а ты лучшая. Я очень сильно тебя люблю. Спасибо. Так, здесь 2 комментария от моих подруг. Очень крутое первое видео, классная идея. Ты же моя хорошая, молодец. Вот друзья реально поддержали, мне было приятно. И последние 2 комментария от 2 девочек, которых я не знаю. Первая очень классная, и второй привет, как дела? Мне понравилось видео, жду новых.
Второе видео у меня был влог из Москвы, и я действительно прям надеялась, ставила на него, что под ним будет много-много ждения, а как итог был один комментарий, где я написала, понравились ли вам видео. Было немножко неожиданно для меня. Теперь начинается серия Back to School. В третьем видео я показывала, как сделать две тетради, карандаш и брелки. Под ними были комментарии только от моих подруг. Теперь понятно, что я буду делать вечером. Очень круто, очень классное видео. Второе по просмотрам видео было у меня про приложение. И под ним тоже было нормально комментариев. Первое, как ты так круто монтируешь? Сними обзор, please. Please, please, please. Короче, не важно. Я хотела снять такое видео, но потом я поняла, что я еще сама не до конца всем владею, поэтому в скором времени я запишу такое видео. Пока что нечего, можно так сказать, рассказывать вам. В видео я вас спросила, какое приложение вам понравилось больше. Здесь был ответ первое, потом от моей подруги класс. И от моей сестры действительно полезные приложения. От моей подруги возьму на заметку. Затем у меня были опять видео Back to School с тетрадями. Первый комментарий. Это прекрасно написала мне Гульнас Туреева. Спасибо тебе большое. Затем, мой пуделек прекрасен. Да, тогда у меня была такая вот шевелюра. Кому интересно, посмотрите. И это также моя подруга. И вау, очень круто. В предпоследнем видео я тоже показывала тетради. И под этим видео было всего два комментария. Первый. Привет, спасибо за идею. Первый твой туториал помог мне сделать тетрадь. Вот идея. Берем обложку для тетради и бумагу. Делаем все так же, но не приклеим к тетради бумагу. Рисуем, кладем облогу. Красота. Ей, я ей тоже ответила спасибо большое. Очень приятно, что предлагаете свои идеи. Также моя подруга написала очень круто. И в моем последнем на данный момент видео я показывала, что в моем школьном портфеле. Под ним было всего 3 комментария, но из-за того, что я всем отвечала, они мне еще переспрашивали, получилось в сумме 10. От той же девочки, как и в самом первом видео, первый комментарий, она мне сказала, что никому интересно факт о тебе, и теперь она пишет, удаляй канал. Просто так, удаляй канал, я такая. Я ей ответила, уже бегу, конечно. Ребята, если мне какая-то девочка, скорее всего, это девочка или мальчик, напишет, иди удаляй канал. Вы думаете серьезно, что я пойду и удалю канал? Я снимаю в первую очередь для себя, потому что мне это нравится. А вы смотрите меня, потому что, возможно, это вам нравится. То есть какая-то такая взаимная связь, что ли. Если мне кто-то скажет, иди и удаляй канал, я не пойду этого делать. Это ваша же трата времени. Поэтому хотите пишите, хотите не пишите, но от этого, по крайней мере, для меня или у меня ничего не изменится. После того, как я ей написала «Уже бегу», она мне написала «Спасибо». Скорее всего, спасибо, это был сарказм, но в таком случае я бы не писала «Спасибо». И также моя подруга написала «Очень круто, спасибо большое». Ну а на этом мое видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось, вам было интересно посмотреть мою реакцию. Скорее всего, вы, как я, не читали все мои комментарии. Вы немножко удивились, надеюсь. Кто пишет самый приятный комментарий, тоже поняли, что не просто это как бы неприлично это делать, а именно, что это просто, ну, делать бессмысленно. В общем, всем спасибо за просмотр. Обязательно не забывай подписываться на мой канал. Всем большое спасибо за 50 подписчиков, ребята, спасибо, я забыла сказать, спасибо вам большое, я в эту честь хотела переименовать свой канал, сегодня уже хотела это сделать, но не получилось немножко, скоро я переименую свой канал, вы, надеюсь, в скором времени это увидите, ну а с вами была я, Лейсан, и всем пока! Так быстро сказала всем пока, потому что у меня опять нету памяти. Да, ребят, опять. Я не знаю, записывается ли этот кусок и видно ли сейчас меня. Я не знаю. Короче, всем пока.